Good morning, driver. You will be operating the remaining portion of service from London Euston to Chester today. Calling only Crewe and Chester. Make sure first passengers get to Chester on time today. Sound good? Ребят, сегодня новый город. Сегодня играем в Paris Railway 21. Везем поезд 1D84 из Крэла до Честера. Поезд скоростная поездка. В среднем 20 минут идет, как в меню показано в сценарии. Парктером стекла. Отлично. Едем на вилладжере или на супервилладжере, я точно не знаю. Супервилладжер это вроде класс 222, а мне 220... Нет. стоп, 220 это вилладжер, 221 это супервилладжер, а 222 это что-то еще. Или, знаешь, вот. Ну, все, поехали. Ну, гудок. Поехали. Вот, один. Рубаем. Ну, поехали. О, ну у нас 5 вагонов. Блин, забыл фары включить. Давайте дневные вот обычные, да. Такие, все. Ну, поехали. Кстати, у нас здесь Интерсити, короче, АПТТ поезд. Вот он. Правда, тут совсем коротенький остался, но вот он, короче, красавец. Неудавшийся британский проект скоростных железных дорог. Стоит прямо в Крэве. Ну, здесь вот, я не знаю, куда это идет. Может, наверное, в Ливерпуль, или я не знаю. Вроде эта линия в Ливерпуль идет. Или вот это в Ливерпуль. Тоже не знаю. Короче, ездят тут спринтеры и уводеры. А мы едем в Честер. Через 20 миль он будет. Ну, вот так вот. На встречу нам тоже уводер. Кстати, разгоняемся. Давайте максимально 4. Повар. 4 оттяги. Ну, как минимум 4. Как быстрее разгонимся. Вот сейчас я на клавиатуре, получается, жму кнопки A и D, ну это типа, чтобы D это меньше тяга, а A это больше тяга. Очень тупо, тяжело, типа надо было, чтобы тяга опускалась и поднималась в этом поезде.
А, кстати, тут вот сейчас электричество кончится. Наверное, потом подлёт, конечно, британцы вот сейчас начали электрифицировать все линии, которые часто используются с большой скоростью, но электрифицированные. Так что скоро здесь, наверное, уже нужно будет ехать на Кундалина электрический. Боже, они вроде тоже Кундалина, но дизельные. У нас там или в час где-то от 150, ну, получается 150 через 100, где-то вроде 153 или 152 км в час ограничение скорости. Ну, быстро, нормально, хорошо видим скорый поезд. А так этот поезд будет за 200. И там получается, если мы будем на Юстона, я не знаю точно какая-то мейнлайн, потому что они будут британцы делать. Так, типа West Coast Main Line, такие названия. Я не знаю, что это за Main Line. Может, даже не Main Line уехал. Ну, там он, наверное, по 200 ехал. То есть, 125 миль в час. Вот бы круиз-контроль стоял бы на озере. Так было бы удобнее. Вот видите, он наклоняется. Вот. Тоже Кундалина. Я не знаю, зачем, но тут 65 миль ограничения, это чуть больше 100 км в час, 75 миль ограничения, это где-то 123, 124 км в час. Ну, давайте сейчас притормозим.
на Волыне, наверное, будут еще менять светофоры, потому что вы видели, они вон совсем старые. Типа палки и маленькая лампочка. Это по старому типу. Это когда еще начали паровозы. Вот смотрите, здесь уже нормально. Но, видимо, уже в некоторых местах поменяли светофоры. Но не везде. Но, скорее всего, поменяют все время, потому что может даже сделать ограничение побольше. Просто преодолению могут вот эти класс 390 могут наклоняться на, ну, могут прожить повороты с маленькими, совсем с маленьких градусами повороты. Я даже не знаю, кто он, какой-то, но могут. Так что это они, скорее всего, могут ехать 160 класс 390. Это, если что, электрический топ-полюбий британский. Может ехать где-то до 250, до 260. Ну, используют вот максимум 200. В Англии еще поезда самые быстрые 225, это только по линии час 1. Но это Евростар там или Джавелин. Это если по территории Англии, то получается где-то от London International, London Stop Angles, до Ashford International. А так дальше до Евротуннеля. Чего Англия? Я достал все равно французскую. Какая сегодня такая мысль? Заметил, когда Честер осталось 3 мили. Еще немного. Блин, если бы не подошла скорость, у меня было бы 50 очков.
100% за то, что я поеду в Честер примерно 12.08. Ну, там можно приехать раньше на 1 минуту, а опоздать на 1 минуту, это не засчитывается. А точно, зачем я извиняюсь. Мне дали 500 очков. У меня было бы 1000 очков за прохождение сценария. У меня было бы золото. А у меня 468 плюс 500. Это будет серебро. У меня, в принципе, и серебра, вы слышите. А его вода тормаживается. Если что, я имею в виду, в смысле, место, можно сказать, второе, ну, вот, типа, серебряный кубок и так далее, ну, вот это вот. В смысле, серебро мне никто дал, типа, ну, я надеюсь, вы поняли. Так, у нас сейчас вон Честер уже через 1,5 мили, что-то тупик, короткая станция очень. Все, вот тут Честер. Да, вокзал достаточно большой. Но у меня отравляют вот это голый путь. Ну, в принципе, ничего. Это же вопрос, типа, конечная станция. Зачем отправлять его на путь общий? Потому что поедет поезд, который будет идти дальше за Честера. Тихо. Ну, черт. Ну, мне не забывало. Все равно все равно будет. Ну, вот такой вот путь. За хрень. Мне только экстренное врубило и все. Странно. Окей. Видимо, это типа из-за того, что там впереди тупик, а я слишком плохо тормозил. Вот оно и врубило экстренное. Мне вроде очки не сняли за это. Но, видимо, так должно быть. Ну, а давайте выключим локомотив, если он никуда не поедет. Так. Врубаем. Ждем, когда окончится посадка пассажиров. Я вроде вовремя приехал, так что, ну, все, все засчитается. You have arrived to Chester on time and have given plenty of time for the passengers to travel
onwards to Hellhead or Wrexham. Ну, получается, все типа хорошо. Что-то там какие-то пассажиры поедут, какой-то Hollyhead и Wrexham. Фигня какая-то неважная. Ну, все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал.